Запись пошла. Паладин. Холик, ты здесь, холипа? Берите камни. Короче, смотрите, какая хуйня. Мы сначала Мороза ебанем, это по лестнице. Танку третьку на 100 миле ебанем. И потом пойдем на смотрителя. Так, что там? А это разве Холли Пал? Это же Ретрик. Ну похуй, пусть у Ретрик. Блять, у него там чарок нету. Ебать, и вообще камней нету, нихуя. Это залупа будет. 5К, БПС, 4К мне. Паладин, ты тут, Диси? Прием, прием. Плюс они что-то. Это. Давай лучше в Холика. Там, я надеюсь, у тебя камни есть хотя бы на интеллект. Давай. Холика, там друид лучше в коте. Пойду себе чаек налью пока что. Давай, давай. Сейчас кота посмотрю, друида. А друид, ты нихуя, у тебя друг хороший. А в кота прыгни, там тоже без дыр, без камней или камней все-таки есть. Ну-ка давай посмотрим. Так. Камни есть. Ну, пойдет. Че, 6К, я думаю, дашь, 7. Че у тебя так? Ой, я на своем друиде, мне кажется, даже до 5 его не разгонял. Ну, типа, да? У меня 2-4 есть, но у меня шмотки хуй пойми какие. Ну, то хорошо. Есть я кота не одеваю. Хорошо, посмотрим, похую. У нас 3 РДДшника есть, заебись. Пускай Холик в Холике похилит, а Ретрик у него совсем дырявый. О, тут хоть камни есть, 20 интеллекта, блядь. Так, сейчас танк там чай себе принесет, но танк сейчас метку ебанет. А я уже сходил. Ну, тогда иди пачку тащи сюда. Все, Мороза сейчас быстро, ребята, ебанем. Это несложно. Танку триню на выносливость выбьем и пойдем на смотрителя. А мне касочку не дали, хочу касочку. ПДК. Касочку ебани там паладин. Ненавязчиво. Не затеяли. Да, хорошо, роль на Ретрика. Хорошо. Потому что на холи пала нахуй никому ничего не надо. Все, спасибо. Ты и хил у меня вроде нормальный. Я тоже тайга на танк, король. Это кто говорит? Это второй ДК. Второй ДК. А чё, у тебя ДД фуловый? Ну-ка. Так, 236. ФДКшник, да? Там вот за стены только выходите, чтобы вы доставали хилы. Ну там пару пачек приведешь, еще там пачки две и пойдем наверх. Что... Ну как меня хорошо хилят. Вообще почти не проседаю. Ставь, пожалуйста, в сторону тоже. На нас. Да. Че там, у тебя замедление? Да. Сейчас. Только из-за колонн в воде, а то я, блядь, Старфол прожал, нахуй, и он никуда ушел. С одной секундочку, блядь, поставь. О, бабл, да? Заебись. Пошла цепуха родная, блядь. Сорвался, забрал. Да, многое что-то на этом сервере пережил, конечно. Да, что-то пережил. Разочарование, блядь. Разочарование? Ничего себе. Ну, это как всегда, блядь. Помогал, знаешь, челикам и рылить, нахуй. Алгалона убивать, блядь. Просто... Ну, они пришли на него и какую-то хуйню исполняли. Ну, видно, что как бы первый раз. Что там, есть место подниматься? Да, поднимайтесь. Ну, пошли наверх. Да. В уголочек. Ага, сюда. Так, это кому надо, ролите. Я тут недавно другую вещь пережил.
Я, прикинь, это на днях, ну, тут заболел немножко, сбросил с 95 килограмм до 70. Сейчас дома сижу, грубо говоря, на больничном отъедаюсь. Ничего не делаю, даже на работу не хожу. Просто сижу дома и кушаю. Да. Слушай, это охуеть, так много так скинул. Это очень много, да. Вообще. Я тоже недавно вот переболел, немножко голос изменился. Ну как я, блядь, я считаю, 3 дня поболел, и все. Ну, сопли потеплели, и все. Такая легкая простуда. Ну, тоже неприятно, хуй, слабость. Сейчас вроде уже это восстанавливаюсь. Заебались этим вирусом, с масками, с этими, блядь. Я вообще не знал, что такое когда-нибудь будет, блядь. Мы еще когда на X2 играли. О таком даже помыслить нельзя было. Тут нихуя себе. Вирус, маски, блядь. Ебаницу. Носи, говорят. Этот, вот, ебани Иннер по-братски, там, Вершама. Вторая патия. Красава. Ну и сова, в принципе, то же самое можешь делать, там, на свое усмотрение. Допустим, можешь сейчас хэпалу кинуть. Чтобы мы на трэше не садились особо. Нет, нет у меня ледешника. Давайте сейчас... еще вот эту пачечку. Ну, да. Чтобы нам... Все равно нам через сюда идти, потому что уже другого пути нет. Подождите, подождите, Мор еще не нажал. Все. Буквально 2-3 секунды дайте мне это на пачке на это. Рожать все кнопочки. А то заебись, вроде особо не шутки. Сейчас. 3 секунды. Смотри, ДКшник, там это еще зеленку сдавай, сдохнешь-то. Осторожно. Не всегда моменталка есть. Я слабенькая. Так, пацаны, значит, кто, кроме Япончика, еще заинтересован в гильдии РТ с 19 до 23 по МСК? Значит, буду собирать гильдию. Слушай, а ты не теряешь время, я смотрю. Я вообще сегодня планирую этот ВК-25-ку собрать с вами. А дайте сало вот по тому, который накастовывает. У меня грипп 3 секунды. Ну ладно. О, или так можно. О, хорошо, вообще ДК молодец. Сука, надеюсь, сегодня изменятся все стереотипы, блядь, и выпадет хотя бы на шмот ко мне, блядь. 3 месяца, прикинь, 3 месяца, блядь. Я ДКшнику за 2 недели 4004 сорвал. Ну, это хорошо. Тупо одно КД шмотка, третье, второе КД четвертое. Я за 2 КД себе 3 собрал, Т4 на приста. Да, что бы мы делали, если бы Сируса не было, бля. Сирболь такая, по-моему. Не знаю, я на Легионе играю. О, блядь, что-то я про Легион частенько стал слышать. Что там охуенно? Одну секундочку дайте на пулю. Да-да, X5 плюс-минус довольно-таки стабильный сервер. Это кто-то не кончит. Блядь, что ли, я нас принял. Угу. Сейчас заберем. Все забрал. Вкладываются быстренько. Я не успеваю. Чуть-чуть. Гейские фантомные гости. Героики надо как приписать. Ну тут угарная одно это на гере тактика. Рыбу жрать, блядь, всяких кабанов, блядь. Столб света забегать.
принципе, ничего сложного, изи босс. Не знаю. А знаешь, что это? Дебилизм. Я забыл кое-что сделать. Я Ванхолика забыл спекнуться. Ну вот хуй, вот. Типа, чтобы трэш проще было танчить? Да, я трэш обычно Ванхолики танчу. Ну ладно, уже шут с ним. Сейчас, секунду. Че вы на циркуле играли? Да, я играл. Но. И как? Какой сервер? Логан 3 и PVX1. И башил там как тварь. X1. А, он не так давно открылся. Нет, он давно закрылся, наверное. Уже закрылся? Он мертвый. Не тот X1, который новый, типа. Он не играл. Ну-ка, забери-ка. Мобов. Еще сдохну. Сейчас. Тот, который вообще с 2000 каких-то там 9-го или 8-го года. Я под бухлом. Старый. Нет, циркуль, по-моему, с 9-го. Он НСК назывался сначала. Да. Вирджин. Да. Я там с 10-го года сидел. Ну вот. Чё, какой там ник у тебя был? У меня... У меня не на X1, у меня на X5, на X25. А-а-а. На других серверах. Ну на X1 не играл, короче. Не, на X1 не. Да даже когда новый открылся, читаю, подумал, задротство какое-то. Да нахуй надо, ебать. Ну представь. Сирус против циркуля. Циркуль — это задроченная. ДК, грипни вот того дальнего, как прибежишь. Циркуль сосет. Вот я увидел рекламу где-то Сируса. Ну, что-то интересно стало, знаешь, новое. А тут работают, я тут уже, знаешь, сколько? Ну, месяца, 2-3. Тут прям работают над сервером. Да. А там похуй на все. Баги, не баги. Проще тебя забанить, чем исправить. Скажи, все равно, там чинили много. Вот. Потому что я там годами играл, я знаю, что там сначала было все пиздец хуёво. Там целка. Ну, три босса работало. Да. Ага. А потом-то все сделали. Не, потом... ну сделали, а тут-то постоянно какие-то работы идут. Тут изначально ядро лучше. Ну, донат дороже, блядь. И ну, донат, да, тут больше людей работает. Конечно, тут лучше, блядь. Ты поспоришь. Мага, жалко. Недавно ты здесь? Да, давно. Блять, не помню, в каком году там играл, когда еще на циркуле играл. У меня видео на ютубе все есть, как я тут начинал. Не, с циркуля сюда пришел давно? Блять, где-то это 18-й год был. А, ну уже есть стаж, понял. А че? Это вот, недавно. Так, короче, какие-то там мобы стоят. Кто из них стан дает, кто знает? Барон Раф вон дает станы. Чё, есть смысл его разъебать или нет? Нет, нету никакого смысла. Просто я сейчас соберу это, наберу агро. И вон Мароу забейте по КД. Он по барону. С меня диспел, прист. А по желанию, ну, как будет пропадать Мароус, ли, можете бить барона. Вот это печенька. Ну, да, ребаф, дайте, пожалуйста. Ну все, я так и ебанул. Леди нету. Там шипешник. А, леди, баронессы нету. Баронесса, да. Ну вот я на ней. А, нет, есть баронесса. Нет, тогда он по звездочке. Я и косы сожжения маны буду бить. Короче, угу. Прист и холипал, смотрите, чтобы на нашем квадрате был диспел постоянно. Каску и бани там, кто по ДКшнику. Холипал. И ауру коня пускай уберет. И вместо ауры коня что тут надо? Третью подруби, кастерскую. Вообще паладин какой-то странный, блядь, у него шмот, блядь, полкара гернах, он не соображает нихуя. Может такое быть, может быть. Может он еще не проснулся. Паладин, ты тут? Либо кто-нибудь другой за него сейчас сидит здесь. Может быть. Да нет, у него не может, я вообще не понимаю, как он кару гер прошел. У него даже гема не стоит. Мне кажется, что это что-то здесь не так, нахуй. Этот, паладин, ебани каску. Сейчас посмотрим. По ДКшнику. По квадрату ебани вам каску. И по варам каску. Он рыба, бля. О, ХЦ. Пал, тебя в Дисе не слышно, если что, напиши что-то. Что, не могу понять, ты тут или нет. Каски.
Дай по ДК и варом. А он поставь сос редоточение. Войд, у тебя никогда не было такого плохого микрофона? Что-то сломался он у тебя, да? Нет, это я просто наклонился. Да, да, я слышу, мне позвонили просто. А, все понятно. Поставил, я ауру, каски дал. Поставил чек на пул. И смотрите, бить не начинайте, пока и кончик не скажет там. Немножко покурите, вары докажете, чтоб не сдохли с пула. Не ждун готов, не ждун. Все, могу идти? Все, можешь идти. Ой, да есть у меня это. Каски. Сейчас, секундочку. Все, сейчас, можете сейчас. Бить. Можете бить. Так, а я звездочку выберу. Где она, эта тварь? Первый завис. Дисконт, да? Это, кстати, очень плохо. Если нас сейчас выкинет, трэш весь реснется. Возможно, появится иконка с КД. Нажмите, если что, не принимать КД. Сделаем репати. Опять зачистим весь трэш. Не разлагало. А, нет, слушай. Да. Я сейчас духу, наверное. Выкинуло. Сейчас постараемся тебя захилить. Кого выкинуло? Паладина. И выйдем. Просто выходите из комнаты все. Выходите просто из комнаты. Выходите, выходите. Все. Все, ты выйдешь. Угу. Да-да-да-да. Поднимайте павших ли. Сразу же их здесь забафаем, пока рыба еще не пропала. Сразу же кушайте. Скажешь, как будешь загружаться по воде? Я гружусь. Так, воден зашел. Еще раз бафаетесь. Повару каску, там вроде вар только падал. Рыбу ешьте. Заново начнем. Вот, кстати, мы королей Гер били таким же макаром. И, блять, у нас вот так же раз 10 по 10 секунд зависало, и потом дискон нахуй на 10% короля, блять. Проверка на пул. А у шамана ДД спек есть? Нету, нету. Придется в твоем обоссанном ретрике без камней бить Молчазара. Надеюсь, это удачно хотя бы. У меня там алибарда есть. Решает. Все, как скажете, что готово, я пойду пулять. Готовы. Это алибарду взял вообще, блядь. Как она вам выпала? Иди, иди и кончи. Готовы, все, пуляй тогда. Ну, никому не нужна была, я забрал. А вот не надо было делать. Говорил же, не надо. Хороший статик у тебя, да, наверное? Все, бейте. Ну... Нормальный. Мы этого гнева убиваем, а копыта и этого, блять, арана что-то не получилось у нас. Да ни у кого не получается. Я вообще гнев думал, пиздец какой сложный, но он как бы на обычке такой побегать приходится, а на гере он вообще манекен. Да, есть такой. Так, мне же надо косты сбивать, я стою еблами. Кому-то ману уже пожигал. ШПшнику можно. Оп. Лок порезает, ШПшнику хватит, собаку везу. Кого-то тихо слышно, это ШПшник что ли? Может быть. Да, что-то говорит. Очень-очень тихо прям. Опа, опа, опа. Я под оглушением. Мне гоут ждали. Еще. Лука. Лука спасли. Повезло. Противная фигня. У Гири он интересный, мне нравится прям. Там какие-то несложные семетки есть.
Побаранайся, ребят, играть. Ну там вон мороз же есть, куда? Ну, череп. Я опять в гоуджестве встане. Я диспелю, диспелю. Спасибо. Что там хп у мороза сколько? Да уже немного. Так, он, блядь. 37%. Я совсем. А он на фазу, кстати, на скольки? На 30 или сколько я забыл? О, опять пролак идет. Какая фаза? Да, опять пролак. Надеюсь, не исконно, да. Короче, если что, тыкаем кнопки на этом, на танке тыкаем. Не зыбку там тыкаем. 9 утра еще нет, а уже пиздец. Так, что-то вроде Shadow Fury остановилось. Так, цепухи кастуются, сожжение маны, блядь. Так, это опять там ПВПшники на Толгороде? Кстати, ну, может стервак. Быть, может быть, Сценаригорн и лагает, кстати. Сценаригорн сейчас бьет. Мы собирали, значит, недавно. Да это не из-за этого. Блин, надеюсь, не скажу. Вы просто сервер перехвалили и пиздец. Блин, зря, блядь, из-за говно, Сирус, Сирус говно, бля. Да, это банят. Нихуя. Надеюсь, не забанят. Да сука, если видео, если записи есть кого-нибудь, можете скинуть на форум, его забанят. Проверено, блядь. За то, что Сирус говно скажешь? Да. Ебля, нихуя. Жестко. Ну, похоже, она сейчас выкинет, уже минута ровно прошла. Дешево разбанит. Сейчас, да, выкидывает. 3000 тебя разбанит. Сейчас, на блядь. Отлично. На этом, да? Отличном сервере. Разлагает и мороз мертвый, блядь. Чисто автоатакой его заебашишь. Сука. Не одно, так другое, блядь. Да, но уже долго уже на ход диск он должен быть. Пиздец. Ну чё, сейчас, короче, как дисканет, так тут переходит. Интересно, и не выкидывает же, смотри-ка. Вообще не выкидывает. Как тут не сказать Сирус говно, блядь? Ну вообще, когда вот ребята ругаются, то что слишком, допустим, частые перезагрузки происходят, я могу понять по одной причине. Они же сами все это перелопачивают, и ядро, и все. У них же два ядра одновременно. СЛК, другой СБК. Они постоянно конфликтовать могут. Вот. А когда... у них что-то ломается. Ну вот, допустим, в ВК вот поломались чудовища, там вот этот ледяной рев, когда он врезается, допустим, в щит его бить нельзя, да? Mm-hmm. Они вот, допустим, исправляют вот сейчас вот эту ситуацию. И им, чтобы проверить, им нужно рестартнуть сервак. Вот, допустим, они исправляют какие-то ошибки, они постоянно рестартят. И, допустим, когда непреднамеренный какой-то рестарт происходит, там все ругаются. Но это, в принципе, объяснимо. То, что они там что-то исправляют. Им же нужно посмотреть. А когда вот такие вот зависания... Есть тестовый сервер, на котором они все это могут делать, а потом выкатывать на основную, вот и все. А у них есть тестовый сервер? Для такого онлайна у них не может не быть. У них нету тестового сервера. Это такое интересное, как тестовый сервер, то есть он должен быть точно таким же, как этот? Идентичный абсолютно, на котором ты делаешь все, все выкатываешь, все тестишь, и только потом заливаешь на основу. Так работает любой сервер. Да, у них нету тестового сервера. И не только WoW, это в принципе так любая работа происходит. То есть на предприятии каком-то у тебя есть хостинг, сервак свой. Ты сначала все это делаешь на нем, то есть там обновляешь, что-то устанавливаешь. По-хорошему. Выбиваешь на свой.
По-хорошему ты прав, но у них, вот тебе информируем, то, что у них нету тестового сервера. У них его нет. Это хуёво получается. Это залупа, то есть в один прекрасный момент они могут просто сложить его так, что... Для них тестовый сервер это X10, которого уже не существует, как мы все знаем. Вот X10 у них был тестовый сервер. Сейчас это X2. Я просто сейчас в том, что они могут реально как-нибудь так хорошо сервак сложить, что он просто не встанет. И все. Короче, если а-ля Олю, можете идти курить, ребята. Похоже, да. Да. Давайте, идите курить пока что. Минуток 5-7, чаек там наливайте, еще что-то. Потом подойдем, посмотрим, что изменилось. Алло. Да-да-да. Раздавай всем пати заново. Так. Вы возле инста, да? Я вот перед тобой стою. Так, и понять сама. Вот приз еще стоит. Блин, а я не помню, а репа сохранилась, нет? Это что, тебе репофарм, что ли? Ну да, сохранилось. Да нет, если сейчас трэш обновится, так все равно через... Трэш обновится, к бабке не ходи. Это мега хуёво. Ненавижу. Ну, это называется, время просто потеряли. Да не, обычный дискон. А может кто поставить этот гипанк? Да. Два вара и паладин. Такую хуйню где-то... Ну, меньше недели назад такая хуйня была. Серф вылетал, короче, каждые 20 минут. Примерно. Каждые 10 минут, каждые 20 минут. Ну, будем надеяться, что такого не будет сегодня. Да, и мы в тот момент в ВК-25-ке на вальках были. Короче, мы валик убили, трэш забрали. Ой, лут забрали с валик. Хуяк. Не поднимайтесь, там трэш. Хуяк, у нас дисконнект. Заходим, вальки снова стоят, лут остался. Убили вторых валик, лут с них забрали, сервер снова ревогается. Мы трех и сколько валик, раз? Три лута забрали. Нормально. Это вы в 25-ке были? Да, в 25-ке, ни разу, сука, воля не выпала. Паладин остался. Паладинчик, ты в дисе? Вот там милики вообще, это, наверное, злые были. Там мы с чуваком ходили, он сказал то, что один анрол, и он хотел на волю, короче, сделать анрол. То есть не писали мы его там, воля топ-5 ролики и тому подобное, писали просто один анрол и был ешкой. Угу. С трех валик воли не упал, он сидел, ебать, матерился нахуй. Ебани шкаф. Так, а кого одного не хватает у нас? Паладина. Ну что, ты решил не идти? Сразу в анхолика спекнусь. Если у кого-то в гильдии есть паладины какие-нибудь, ДДшники, спросите, может, что пойдет. Сейчас ДКшники, пока тело есть. Сейчас, ДК, мы тебя сманим. У нас уже он шифонер стоит. Тыкните. Угу. Блять. Это ты билд специально для трэша сделал?
Слушай, а у тебя барабан... Да. А у тебя барабан есть? У кого-нибудь барабан есть? Нет. Ну, помог его получше сделать. Кого? Можно, кого, можно, что? Можно брать еще 10% апа в блатветке. Не качать во льду и не брать вот эти вот таланты. Братья Чума, Ярость Ревендера, она тебя все равно не сильно... Ну, я под себя собирал. Ну, я его в любом случае еще буду немножечко переделывать. У меня просто есть ДК и прекрасно знаю. Ну, делать. Замечательно. А для меня ДК более-менее новый класс. Я вот за Приста могу пояснить очень хорошо. Научишься за ДК там. Да, он не такой уж и сложный на самом-то деле. Сейчас я тебе вон. Тем более за танка. Вон у меня есть Void, который мне вообще все расскажет. Это вот этот, ну-ка вот этого сейчас смотрим. Это вот твой танк, да? Так, да. Что там? Собака, да, тебя звать? Собака. Нет. А, это другой ЗДКшник. Вар, наверное. Ну, что можно сказать про собаку? Воли мертвых нету. Будет на сложных боссах вздыхать на новом компьютере. Так давайте хотя бы время терять не будем. Я вам предлагаю хотя бы те, кто здесь сейчас есть, два хила. Есть, ты пока что доберешь человека, а мы потаскаем трэш. Кот, давай в эрдру прыгай. Просто время терять не будем, а то долгая кара получится очень. Не, у собаки такой самый типичный ГДК. Отпивайся. У меня такой же в соло цельный штаб держит. Угу. Все, я пошел. У шамана что-то уточка за место оружия. Нормально? Удочка? Это хуево. Так, стоп, еще вот так, только ты обязательно выйдешь, чтобы я тебя мог хилить. Угу. Бля, из-за столба тебя не вижу. Встань между столбами, чтобы дырку посмотрел. Ну, все, вообще трешак не летит никуда, замечательно. Обожаю анхолика. Проклятие. Продиспелит немножко. Как тебе повезло, что у меня леталка взята. Угу. Бля, тебе сейчас пизды дадут, ебать там надо. Угу. Да вроде живу пока. Нет, все, не живу. Ты они меня прям очень сильно застанили и начали все клашмать. Еще половина убежала вниз. Неприятно сейчас поймаю. Угу. Ну, лучше выйдите. Поймаю я. Выйдите с инста, не захотите. Так, вроде назад бегут. Да. Это неприятная фигня, надо сразу же сдиспелить эту хрень, чтобы я мог нормально добежать. Конечно. Там половина трэша сразу же вниз, это спускается на рейд. Я их не могу успеть забрать. Ты заходишь там, нет? Приз. Вроде забрал. Ну-ка, что там здесь у нас? Приз, походу, тоже решил, ну нахуй. Или комп прибутал. Наверное, комп прибутал. Пока что быстренько, ну... Пошли, я сразу с тобой пробегу, чтобы если что, сразу же диспелить. Только две пачки не бери. А то, подожди, бафов-то нету. Хотя бы так.
Пауки ебаные пришли куда-то. Пауки-то как, блядь? Да, без понятия вообще. Это Каражан. Кто-то у нас очень интересный. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у нас сова нажала. А, звездопад. О! Звездопадом пауков вступила. Да. А что ты думал? Помню, это ж Каражан. Забей. На Африке у меня постоянно эти... Забей, это ж Каражан, это сова. Ты я чё? Я в этом сервере ни разу такой хуйни не видел. Нет, вот... Достает. Я на Дестрике играл. Семечко, да, достает. А вот чтобы Старфол достает. Старфол тоже достает. Если вот здесь вот на лестнице его дать, он достанет. А сова этого не знает. Ну тогда виноватая я. Красиво. Кто ж знал, мать. Ты тыкни шкаф локус, еще локус у меня. Чтоб дохнуть было это. Не скучно. Пока дети спят, Брон SX. Так, тыкните. Я пока ДД спамлю, то хуй знает призыв. Ходил я с этой гильдией, пока дети спят. Чё, видит? Чё? Угу. Мне очень не понравилось то, что они всех замутили, своих там 5-6 человек из 25 оставили и о своей жизни начали пиздеть в Дискорд, нахуй всех затащили в Дискорд и сами между собой пиздят, а остальных всех замутили, и нам приходится их слушать. Классика, да? Да нет, я понимаю мутить, если там говорит человека 2-3, и то по факту, то, что там, ну, это... Ребята, перемещаемся туда, перемещаемся сюда, так по счет этого вообще ни слова, нормально все. Но когда они замутили блять всех и начинают пиздить за свою жизнь, вот это меня напрягает. Я сейчас упаду. А что по мне так хила мало? Да пиздец, потому что. Вообще блядь, мало хила. Ну ты же ушел, блять, от хила и говорю, что хила мало. Куда я ушел? Я вот стоял на одном месте и все. Если, блядь, прям ты... в портале сдох. Ты не стоял на месте, двигался. Не было же до этого, ребят, никаких проблем. Весь трешак зачислен, никто практически не умер. Что такое? Чинилка? Есть, нет? Ну, если у кого-то уже не, есть. Не хочу тут вайпаться. Сейчас друида сумму 10. Давай. А если живса нету, то я пошел ремонтироваться. Бафа нету, каски. Пристабафа потом... тоже нету. Пристабафа, потому что приста нету. Присумоньте вата, пожалуйста. Угу. Вы еще сами все не сломались? Вам чиниться не надо? Да нет, сломались. Я не сломался. Ну, так чините, ну что-то блин. Каждый раз чиниться, потом один раз летаю. Мне низом, потому что мороз нужен. Ладно, Войт решил обратно вернуться. Да ладно, Тимыч, ты что ли? Офигеть. Нет, это не Тимыч, это кот номер один. Ну какой? Я тебя помню, я тебя знаю, и ты меня знаешь. Я тебя тысячу лет не видел. Кара 10. Я не знаю. Кара 10. А? Я тебя не знаю. Да. Так что, кара 10 оп. Да ладно. Идешь? Чего? Кара 10 оп, говорю, идешь? Вас суд. Блин. Я только могу примерно через полчаса, я сейчас дома. Не, я тогда еще. Вот, ты решил всех с X2 собрать, что ли? Нет, я никого не собирал. А чё, Тимыч тут? Давно. Потому что я раньше тебя знал, что Войт вернется. Да. Ну хорошо. У танка спрашивают, есть ДД-спек? Нет.
Так и запишем. А друид куда делся? Друид, который код и эрдро. Ты тут. Не в сети. Ну, вижу, что вышло. Если мы добираем, сходили бы, починились, чтобы потом вас не ждать 300. Да они уже починились, что убили. Ну, давайте я сейчас летаю починить. Меня присуманите. Японцу. Прям сейчас можете суманить. Войт, сумани меня. Угу. Да ладно, 3D-кашника. Угу. Кошмар. Остался хил со спидом ДД. Возьми паладина или приста. Если бы они были еще. Сейчас какой-нибудь хилер пишет. А то ведь еще это не баф, ничего нет. Затыкать-то затыкаем, господи, но бафчик хочется. Ну или давай я за барабанами хотя бы схожу. Ну сходи, сходи. Ебать, сколько у тебя там врат смерти бесконечно? Да. А, или это другой ты кастанет? Угу. Он еще и на танка собирается ролить. Я его задушу, если он у меня приню заберет. Что, взял? Угу. Да. Нету хила со спиком ДД ни у кого, блядь. Чё, Лок, если это... Глянь на ДЦ на свою. А, DC, блядь.
А, ну глянь, КД надо цену. Если хочешь им пойти. ДД, может, проще будет добрать. Чулок есть КД, нету. Эрдру, надо заебись. Там ДДшка сейчас одного поспамнула. Шипы ретрик зашли бы, конечно, блин, заебись. Вместо одного ДКшника и вара. Угу. Так, кто-то написал. Не, ну позорно будет, если будет куча костов, и они не будут сбиваться. Сова пишет. Заебись иннер хули. Три иннера. Не, ну я могу на лока зайти. Мне тут кроме кондера нахуй ничего не нужно. Кто-кто? Сова, который сейчас... Ладно, одного вара замените, что-то слишком тут много вара. Который паутинка? Да, паулинка. Паулинка. Ну, да сиди на сове, чё. Давай лок этот, шкаф. Сейчас сумню. А этот что-то написал на скорпицком. Чё он там написал? Типа релок, наверное? Блять, еще товар ушел. Тогда еще поспамим. Если челики так пока доливать не будут, и дисконов таких не будет, и банов. Нужно за час снести. Собака, я с тобой полностью согласен. Он еще это танковский шмот собирается ролить. Я как бы тоже собираюсь. Да, я тебе нос откушу, понял? Мне как раз нужно только 2 D4 и триня. Какая триня? С Мороуза? Ну откуда еще? Ну я тебе сказал уже, я тебе это нос откушу. Она бы еще падала, блять. Ты не это. Ой, блять. А вот этот Гасу, который Эрдру офнулся, он зайдет, нет? Друид, диси. Мангуст у меня на ком-то есть. На ДКшнике, что ли? Короче, опять хил со спеком ДД и ДД.
Потому что там, блядь, не пойдет. У тебя там япончик гильдии нет, никого нет. Нет, все отдыхают пока что. Ну там два лока сидит и все. Нет, даже вон Сандра один и этот лук один. И они с КД сидят. А у нас сегодня ничего еще и нету, люди и не заходят. Понедельник день тяжелый. Конечно. Ебать, конкурентов со мной. Да пиздец. Войд, ты бы хоть на свой токен набирал бы народ. Да не пишет нихуя. Я же не пишу. Ну какой-то токен. Вот хил остался с пеком ДД. Смешно так получилось. Хил со спеком в ДД и в скобочках 1-0, блядь. Так, долбнулся друид. Пиздец состав. Вообще охуеть. Ни одного паладина, ни одного приста, ни одного напульщика. Нахуй присты, когда 3 БР есть? Да конечно. Смотря на что барабан. Друид, ты в DC? Наверное, это один из самых плохих составов. Не-не, плохих составов еще не видел. Нет, ну, кстати, вот смеха ради. Все, ходил в 10 пристов в ЦЛК и снесли все. Ну еще бы, блин. Все, веди пачку. Ну как, доведу, недели доведу. Две назад в 10 друидов и кашку ходили. Несло. Пока рейд смахивает на фарм репы. Ага. Я не против. Такая же фигня. Это после дискона просто люди решили поотдохнуть. Поднимайтесь наверх. Сюда в уголочек. Поднимайтесь. Хочу зайти в середину комнату, сказать Руру Мазафака нажать старты. Я тебя нажму. Пару пизды Если вы получаете дамаг, типа попробуйте зайти за колонну от моба или нажать какую-то прожимку.
вас не проебать. Это вот так не охереть сколько. Вот Даш, еще-то, ребята. Сейчас дух. Я вижу. Это уже не я. Я понял, признал свою ошибку. А, облепиху не убейте. Ой, сорвались. Ну, заебись. Откуда столько мобов? С комнаты? Или откуда? Самый прикол в том, что я еще жил какое-то время. Ну, хули толку. Ты хоть отходи вперед, чтобы мы это, не стояли в огне, который возле нас держишь. Я он отвернулся, вся эта пачка разворачивается, перегревается. Я же не успеваю, только прилетела пачка, у меня же лужа-то откатывает все равно. У меня же бонус Т4 как раз агро генерирует. Дополнительное. Вон туда, где фантомный слуга стоит. С кружок поставил. В ту сторону отойди. Да. И чтобы... Да. Чтобы сейчас сидеть, быстро его убьем. Чтобы если пидоры какие лишние агры, если ты там стоял, ну здесь. Так нахуй я КД ставить буду. Ворот за затринкой. А что, мы не убьем смотрителя, что ли? Какая, блядь, буарейки всякие бывают, нахуй. Сейчас поставишь КД, блядь, и пизда потом. Ты чё, угораешь? Какая пизда-то? Ты чё? Так, давайте до смотрителя первого, а потом нахуй мороза. А, шут, ну да, и мы будем... разбежимся потом, и три... Не-не-не, просто не ролить, обратно. Просто не ролить шмот. И а чё он будет. Будет делать, просто валяться у нас, что ли, или что? И есть чувак, которому нужно, допустим, Т4 руки. Руки не выпили, все, ребята, а ревидерчи, нахуй, для пощёта. Конечно. Да, есть такой. Один хуй он так ливнёт на следующем боссе. А, ну в принципе, блядь, КД поставит. Да хуй, ладно, давай. А это кто говорит? Мах. Тё... Мах? Да. Тебе руки нужны, да? Смотрите. Мне все нужно. Ну, пол, раз все нужно, блядь, я просто уже заебался, блядь. Значит, ты ебашим. У меня тоже, блядь, дурачки в гильдии, блядь. Ставят КДС, блядь, на деве, нахуй. И, блядь, потом паки еле собирают. Я Каражан закрывал в 210-м гире, и народ тоже был в 215-м гире. Мы все прекрасно снесли. Да, потратили 2 часа времени, но мы все закрыли. Это где, на X4? Да. Заебись, тут будет сейчас, блядь, без паладина. О, класс. Она без будет. Паладина похуй вообще. Паладин только что каску дает, заебись. Да, не теряет, блядь, на морозе. Вот это он заебись. Думаю, что потом и ВК-10 может собрать. Я не пойду. Ну, у тебя ДКшник для ВК-10 не будет. Конечно, нет. Ты что, на присте вон пойти? Но я не пойду тоже это. У меня с другой гильдии. Нет, Т19-00. Кого все беру. Ну, в принципе, я сегодня Страши Зерута буду делать в 13. Думаю, это попрофитнее будет. Мне обычную по десятку нужно на этой сове закрыть. Тоже страшно зерот сдать. Давай, спрыгай на стол, блядь. Грязными ногами похуй. Ещё сумрок.
Застрелили петухи. Я пока не могу это Скелет вообще охуевший, да? Он что, не агрится? Пацан-то это ебаный. Все в лицо? Еще петух стоит. Единственное, самое страшное, что здесь раздражает, это эффект от бухла. А там убираешь эффекты свечения. Да, можно, я знаю, и релогнуться, и отключить эффекты. Но даже он, если отключен, все равно у меня он бывает иногда проскакивает. Не знаю, по какой причине. Или сдохнуть. Да и без эффекта этого, ну, с эффектом типа похуй можно играть. Сидишь, блять, как с минус 5. Я хуя, заебали мне костовые твари. Заебись, там ШП, ДЦ, пал, варна. Охуеть, расклад просто. Чё, топовый? Да вообще. Мы можем заебадить? Быстренько. Да нахуя в обычке не водить? Можно одного слить? Кого-то. Разъебывают. Нет, все не разъебывают. Прикинь, сейчас такая же хуйня. Этот лаги, дискон нахуй. И полпати расходится. Да? Я психану. И нет. Ну знаешь, гораздо обиднее, если ты прошел до смотрителя и там дисконнект словил. Прям на нем. А такое уже было, кстати. Ты имеешь в виду, что трэш лестница, типа из-за этого? Да, зато ГТ не, КД не поставил, да, он красота вообще. И заново все это чистить, опять к нему ты, подниматься. Ты про трэш, да? Не-не-не, будем через стенку. Так смотрите, об нем там телепорт будет. Ну да, там можно через стенку. Тут вот эти пиксели ловить. Не шибко приятно. Так, давай, кто там нахуй? Давайте барабаны обновляю. Звезде я буду косты сбивать. Патреон это че, он ДЦшник? А кто станет, нету, да, дурака? Барона. Барона нету. Валор, да. Ну все, звезду поставил. Все, давайте, все готовы? Могу плюнуть? Проверку дай. Рыбу ты не ставил. Ну ладно. Сейчас ебану. Вот на столе. Беспонтовая, протухшая, правда. Так, все. Пуляй. Кого-то превращу сейчас в овцу, блядь. А, они же не превращаются. Как думаешь, Геру дадим с пола или не надо? Да можно? Он же один хуй исчезает. А тут похуй, типа, когда давать. Он один хуй пропадет.
Ну там после 30% вроде не пропадет. Сейчас он только пропадет и на следующий раз будет. Сибаса, блядь. Будет приятно под Герой кастуется. Нихуя. Не какое-то ослепление. А, все, заебись. Промах. Сука. Опять промах, тварь. Сжигает кому-то ману. Так, слил. Тут такие мобы тонкие, блять, они походу завешаться могут. Ебать, Вар там шинкует их на салат, блядь. Жесткий. Четыре человека, нахуй, что там жестко. Звезду заебашили, я считаю. Сколько тысяч? Что там? 30%. Ну, учитывая, что Варк Ливи, кашник тоже отчасти. Хотя бы кашник Фрост. Этот Хилл Друид, а у тебя есть? Этот, как он называется? ДДшник. Все, погнали дальше. Как вы говорите, через щель или лучше уже тут пойдем? Да здесь уже пойдем, наверное. Пошли, сейчас. Пошли. Уже хуйня осталась. О, какое бухло мощно. Не попускает, да? Да, вообще не отпускает. Капитально так. Меня сейчас еще ДКш не хочет убить. А его в жабу превратил. Ну его кто-то заебашил. Возможно, это я. Так, а ну. Сюда. Так, надо снять.
Нихуя. На чем там десятка? Это на трэше так 14 тысяч магдует. Живая бомба, фаер. Давно фаеров не видел, они тут не в почете. Да потому что крита хуй соберешь, вот поэтому не в почете. Да. Чистого фаера. А сколько фаер, им крита? Ну, фаер просто играет, блять, а фаер чистый, блять, хуй там. Потому что и крита нет, нихуя. А сколько им надо рейтинга крита в цифре? 45% надо анбафа, нахуй. Не, а в рейтинге это что, 1400 или что? Не. Больше? Меньше. Так собирается, у меня на себе. Я ебал его считать. Я знаю, что 45% анбафа, нахуй, и пиздец. Если нету, блядь, то у тебя надо короче, чтобы у тебя через каждый каст, блядь, у тебя была пиробласт. Тогда он ебашит, так? Через раз, блядь, там стреляет еле-еле. По массе он ебошит, что дурной, блядь. Этот облепиха ебани. Так, облепиха утинки КДН. Ладно, пусть. О, у нас же маги. Это вот давай сейчас вот этих двух мобов дольем магии бенти столик, чтобы жратва была. Чтобы я хоть между перерывами это самое наебывал. Да, у меня. Тоже оттуда закончилось. Двигайте. Тыкните столик, пока боя нету. Вот, тыкните. Там берем, блядь. А мы его сейчас наверх потащим. Все, погнали. А, в общем, нам пизды тут не дали. Ну, в сторону смотрителя тут, считай, пачку чистишь и все, и налево. Да-да-да. Да, не ожидал пипончика встретить, нихуя себе. Ты еще помнишь, что это инцидент с пианистом? Инцидент с пианистом. Не вспоминаю. А надо? Ну помнишь, да? Ты же был там, ну, да. Когда это ну, конечно. Mm. Конечно, все помню. Это даже где-то запись была, блядь. Там у всех, по-моему, записи эти были. Сейчас. Секунду. Ну у меня-то на ютубе осталось. А не бейте пока, пацаны, не бейте. Подожди, дай поставлю. Во. Ебать. Ой, блядь, ДКшник, что-то какой-нибудь панцирь там, блядь. В огне пиздец. Лок, ты где там? Твою мать, 29 тонн чего-то артует, блядь. Там жахкает, блядь, конечно, нормально. Ну мне как, ретрик, тут бы я ретриком, блядь, 1040, 4-4 въебашил бы. Бурю дал нахуй, друг. Бурю дал, все сдохли. Да нет, тут ты, блядь, подошел, тебя нагрели, подождал еще секунд 15. Блядь, еще пачка ебаная. Дал антимагический пантерь нахуй, блядь, дал купол нахуй. Ты бурю и ты друг. Блядь, столько проклятий, я охуею. А знаете, контроль какой-то. Потому что, блядь, кидаю бомбы по вам. Сейчас будем окочуриваться потихоньку, блядь. Дави на секунду.
А чё за петухи бомбы кидают такие охуевшие? Я же говорю, дайте контроль, нахуй, это бомбы раскинут. А чё за контроль? Они ж берут, блядь, контроль, сучка, берёт. Ты что, не заметил, что ли, как у нас ДКшка сразу же? Пошёл и умер в пачку. Не обратил внимания до этого снизу этажом? О, вот вижу, что он сейчас будет. Я захиливаю, блядь, что-то себе на спутнике. Поднимите его. Поднимите его. А где он, блядь? О, сейчас распылить. И его тело бренное. Вот. Снимаю. Вчера в гейме, нахуй, нам просто, блядь, 3 токена. Warp Priest. Друг. Пиздец. 3 токена, нахуй. Ты угораешь, что ли? Тут на другой токен гораздо больше людей. ДК, маг, лок. А тут похуй, это такое, бля. Ну да. Сегодня, блядь, совсем другой. Согласен. Не, видите этого, господи, сюда, я же его затаунтил. Че вы его там бьете, господи? А он кастует огонь, абрыганский свой. Сбили, и пошли дальше. А это что идет такое? Я не понял. Где? Это я хуже. Ага, где? Звездопад. Добрый. Так, сова! Что такое? Дайте их разверну, что ли. Это лог пишет вон. Ой, ужас. Короче, кара будет веселая. Да, не, ну, это вон пишет. Хотеть. Надо ж когда-то. Этот друид пишет, что это лок, типа, со своими петами. Пет на атаке. Лок, проверь пета. На атаке он там. Там пет, короче, прикол такой, что ты когда бежишь, он проваливается вниз туда и забирает все нахуй. Все понятно. Тут ебаньки, блядь, просто в таре. Справа идите. Идите, блядь, не бейте нахуй. Ну там этот петух летит за нами. Веди. Забирай я этого, блядь, пошли. Конечно, господи. К не бейте их. Сейчас отагрятся. А что, не диспельчик отагрят? Бы. Вот диспельчик бы, конечно. Я помню, что один мог отагриваться у нас, но чтобы все отагрились. Но он сейчас вот на вот этой вот лестнице, которую подходим, они оба отагрятся. Что, нет, что ли? Ну, нихуя не машете. А тут в обычке всегда, по-моему, не машете. Видите, блядь, это подало я. Жуткое привидение, блядь.